Торговый центр «Апельсин Базар» был открыт в мае этого года. И вот за несколько месяцев работы так полюбился горожанам, что сюда, в Адлер, приезжают даже из центра Сочи. Первое впечатление, будто попадаешь в какой-то старый город. Необычный дизайн базара. Маленькая Европа, говорят сами покупатели. На самом деле это так и есть. За основу взят рынок испанской Барселоны. Прежде всего привлекает дизайнерский интерьер, комфорт и заманчивые цены. Анжелика Макарова приходит в «Апельсин Базар» всей семьей. Такой выбор товара только в удовольствие, признается молодая мама. Во-первых, здесь кондиционированное помещение. Это очень удобно, учитывая, что у нас очень жарко. Ну и с ребенком, сами видите, можно ее посадить и ходить, выбирать все, оплачивать. Очень удобно. Мы довольны. В новом торговом центре удачное сочетание рынка и современного супермаркета. Под одной крышей можно купить все. Оценили новый комплекс и гости Сочи. Здесь удобно, потому что, во-первых, кондиционер, и ты уже больше уверен в том, что продукцию ты получишь более-менее охлажденную, качественную, она не лежала на солнце, поэтому удобно, конечно. Просто мы почти каждый год здесь бываем, и по сравнению с тем, как на рынок идти, это намного приятнее. Это очень здесь хорошо, сейчас приятно, и выбор, ассортимент большой. На первом этаже изобилие кондитерских изделий, зелени, фруктов, овощей. Цены невысокие, потому что на территории центра оптовая база. Огромный выбор сыра, колбас, большинство продукции из Беларуси и Кубани. Мясной и рыбный отдел тоже радует ценовой политикой и качеством. На территории «Апельсин Базара» собственная ветеринарная лаборатория. Исследование мяса на трихинеллез, заболевание трихинеллез. И, значит, нарезаем вот такие вот большие кусочки, исследуем это компрессориум. На втором этаже – бутики и магазины одежды и обуви. Есть еще много свободных площадей, которые сдаются в аренду. Торговый центр «Апельсин Базар» найти легко. Он находится в Адлере на улице Ленина, 156, в районе развязки у ЖД вокзала. Есть своя бесплатная стоянка, а время работы с 8 до 21 часа. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.